31 декабря 2023 года мы, конечно, не думали, что будет такая оттепель, плюс 10 градусов. Поэтому мы с Валерием Ивановичем решили встречать Новый год вот тут, на нашей альтанке, которая рядом с озером Министерка. Вот, возле нашего берега песчаного. Сюда, Валерий Иванович. Конечно. И не столько важно, что плюс 10 градусов, а то, что солнышко светит. Когда солнышко светит, то все красиво, даже если бы было холодно. Ну что, купаться сразу будем или потом? Потом, да? Ну ладно. Было такое, Коля, когда, декабрь прошел, терпимая температура. Да. Корневища какие, прямо. Да, я тебе, да. Это мое любимое дерево. Да, тут такой пляжик был классный. Да, да, да. Когда мы в большой компании приехали, Елисеев, тут. Ну да, да, да. На этом мыске тогда альтанок не было. Да. О, красиво просвечивает этот сам. Солнышко просвечивает через иголки, через сосновые, очень интересно, красивенько.